Даже с фаунером корни забудут перехиливать. Мы за 2 часа пронесем свою хуйню оставшуюся. Да, должны. Говорят, тут сейчас самое главное, вот это после смотрителя трэш убить, а там уже все в основном были скани. Там потом на одном этаже 3 босса рядом друг с другом, без трэша практически. Вот на Молчезаре можем залипнуть. Да хули там залипать, блядь? Не-не-не, ну там как метеоры падать будут. Может, они по блядски падать будут. Там же это рандомный босс. Отводишь просто и все. Там этот как его, в угол может зажать и... Так зажать, ну если дебил, конечно, зажмет, блядь. Отойти просто надо, смотреть заранее. Если с двух сторон упал, значит перевести босса в другое место надо. Чё тут непонятного? Там территория, блядь, 30 на 30 квадратных километров. Как там можно зажаться в угол? Тут, наверное, я в комбат спекнусь, чтоб сферы удобнее было бить. Чтоб в угол зажаться на Молчезаре, это надо быть с детского сада, блядь, 6-летним ребенком, блядь. Давай, просто переводят босса и все. Давайте рыбахнемся. Ой, блядь, что там есть? Друид улетел. Куда? За регами. Блядь. Тык на портал, ребят. Спасибо. В этот раз. И вот сейчас тык еще. Мало. Сейчас я перезайду. Боже, нет. Что не за чудо, а не за рейд. Все, можете перепрывать. Фаски закончились. Ух ты, слышишь? Че? Слишком далеко. РЧ на присутствие. Так что, не травили? Литл нет. Кого? Масло 250? Ждем Литва. Илёха. Я буду. Как ты только шмот упорядочил, шмот? Литл, каску раздай всем. Ой, еще раз. Как ты шмот упорядочил? Аддон скачал. Где? Какой? Bank Stack называется. Короче, а нету вот этом... Рассказывай тактику. Толкнул касочку. Порок, смотри, ты просто стоишь, вот так вот, ну, агришь его в красной метке, стоишь, все, твоя тактика просто его бить, ну, и чтобы не срывался агро. По возможности будут появляться сферы, такая сфера грипать под мелизону, если она будет, ну, убегать на РТДшников. Смотрите. Тактика для РДД и ДД. Появляется сфера, все свечи со сферу. Никто не будет бить, минус кроу, сразу говорю. Потому что эта сфера нереальный дэмэдж наносит. Чем быстрее мы заливаем, чем лучше. То есть все бросаете босса, все в сферы хуярите. Надеюсь, все понятно. Хилы просто хилят. Все, Литл, каски раздай. Вот уже раздал уже. Ты мне не дал. Когда 10-ю сферу он призывает, он начинает прилив маны каскать. А, и вот, и а в этот момент прожимаем бурсты, геру. Бурсты с пола не жмите, я скажу, когда геру и когда вы можете бурстануть. Прям. Все, РЧ на готовность. Литл. Ты вот себе кулак дай сам. Че с Литл? Пал, на тебе висит моя каска. Баф не кулак. Не-не. Вот, сейчас подожди. Вот теперь моя каска на тебе висит, теперь гибани кулак. Блять, а по мне нельзя было.
Еще раз. РЧ на пул. Все, все готовы, можешь пулять. РДД могут этот... Короче, РДДшники в ДД-зоне, не стойте чуть-чуть назад. Или метки стоите. Да. Все, пуляй. Дайте ему напулить. Бурекс, пуляй. Сферы появляются, сразу сферы, прям все. Бросайте босса, он, вот там здесь нет персонажа. Да, мне немного кажется, или маг бурсты прожал. Все, сферу, сферу. Грипп. Она сейчас всех разъебашит, все сферу прям. Сфера. Бросайте босса и ебашите сферу. Смотрите, как он дэмэдж сносит. Сфера. Сфера. Грип. ТП-шку мне давай. Сфера. Сфера. Все абсолютно. Трещи. Сфера. Как его норм хилится? Соблюдайте правила. Сфера. Геру, все в босса. Геру, все бурсты нажали, в босса, на сферу забили. Можете через АУЕ, через босса ее залить. И стерилию по фералу дай, Фирекс. Все, сферу добили? Сферу, еще сферу. Сфера. Таун там у него не восприимчивость, если что, только ЛП помогает для НДК. Сфера. Сфера. ДК, ты ЛПшку давай, у тебя агро на боссе есть. В сферу давай ЛПшку. Она не очень сильно дамажит. Ей что-то урон порезали или еще что. Она всего по 5000 дамажит. Может быть. Сфера, ребят. Сфера. Блять, у меня рага просто не кончаем нахуй. Сфера. Дамаж постоянно. Что-то медленно сверху бьем. Да, порещи. Да, нет, нормально. Это просто вторая уже. Мы только что первую добили. Опа, нет. Давайте-ка побольше ДПС по сферам, ребят. По сферам порещи. Кто-то, мне кажется, блядь, не доигрывает. Все в боссы добили на сферу. Бурсы, давай. Заем. В принципе, по-хорошему сейчас на фазу перевести. Не успеем, да, на фазу перевести. Ну 20% скоро будет. Сверху нахуй слети. Сфера. Че, кто-то умер? Сфера. Сфера. Соблюдайте правила поведения в галерее.
Иннер можно паршами или не надо? Сфера. Сфера. Возверни босс. Кто-то сорвал, что ли? Не. Там кату просто неудобно бить. Сферу туда бейте. Последние. Все, босс. Добили на сферу. Все, добили сферу, добили на босса. Сначала босса добили, потом сферу. Быстрее сферу бурстите. Сейчас зачем? Он... Сферу добейте, она сейчас весь рейд положит. Сфер больше не будет. Все, АПК, босс. Не понял. А, все нормально. Дайте гимноману, ШП, гимноману дай. Хули, кот-то у нас не в Дисе. Кот у нас и умер. Кот агро сорвал. Ты лут поменял? Да. Ух, ебать! Колечко хуёше. Ебать. Ебать, кольцо упало бесовое. Где у нас следующий раз? Хуета, блять. Фейп, я надеюсь, если фейп её заберёт, ебать, она будет чётко, нахуй. Едем дальше. А, ресните друида. А чё, а токен на кого? На вара. Ну, вар, друид и... Понял. И... Чё? Хант? ЧП? ЧП, да. А чё, а ты ролишь вообще, не? Ресните кота, а, все хорошо. Там так, он уже этот старый дру ролит, смотри себе, соточку ролит. Так нельзя делать, кстати. Как, сразу ролить? Нет, я тоже могу себе накрутить, я на X3, знаешь, как делал? Когда мне Т4 не падало, я себе накручивал, у меня постоянно от 90 ролл был. Вот так же. Ну это типа... Вот, видишь, сейчас он стопнет, все. А он не слышит, ладно. Ну ральни ты сейчас, у тебя сейчас будет стая 100. Это Пурес, короче, братан за меня заролил. А я тебе говорил. Все, РЧ на присутствии. Вердиш. Хапа уже в туалет, да, отходил? А нет, все, пошлите. Тут все по правой, тут влево не идите, все по правой. Так, книжечки собираем. Добычу измени. Сейчас. Не стыди падать, и там не высоко не убьет. Все вместе падаем. Раз, два, три. Падаем. Че, я подойду. Блять, она была нет. Так, где у нас? Ты можешь из танка. Ой, не надо из танка. Надо тут? Тут сэр... Здесь тоже какая-то сфера будет. Скоро тоже надо. Так, вот сейчас до квеста дойдем. Здесь не врывайтесь, этот моб очень сильно бьет. Просто дебаф прочитайте на нем, который написан. Короче, кого будет дамажить, я вот не помню тоже вот эти темы. Там прочитать просто надо, мышкой навести и прочитать. Да, да. О, милики. Искру, вот. искру прям все бьете. Она еще сильнее, чем эта та искра. Ебать, кто сиранул, на? Егоров. Да это Гудлик. Не, это не Гудлик. Короче, эта сфера еще сильнее бьет, чем та. Так что эту еще прям сильнее свечите. Возвращение огня. Сферу.
относительно. Здесь его тут по правой. К магу идем. Блять, старый дыр, блять, он бы в диз зашел. Он так опасно ходит. Пиздец. Да. А в чем проблема загнать его в диз? Он не хочет, он под фонг, типа, дамажит. Че, дискорд режет ДПС? Ну, он говорит, типа, этот не может на фулфокс. Отвлекает. Я, кстати, на что офигел, это типа топ-2 на смотрителя. Ну, я топ-1, я. Ага, ребята. Да ты чё, на 100 единиц перебил. Ну, мне и дамажить сложнее, свечиться сложнее намного, чем медику. Я думаю, ты должен это понимать. Я, кстати, в 4Т4 на смотрителе 22к давал. Ну, 4Т4 все на смотрителе охуенный ДПС давать. На аркане там, кстати, если у меня аркан был 10 блей, он 100 тысяч вспышка хуярил там. А, искру, ребят, искра. Искра, забейте на босса и в искру хуярьте. Какой нахуй босс? Все, тебя смотришь, прикосил. Слушай, Романов, а ты будешь угорать, если мы, блядь, пешком будем проходить? За что этот? Ну ты понял, о чем я. Как его? Гнева. Да, гнева. Ты ой. Будешь? Пейп, держи, искра, ребят, искра вылезла в искру. Воу. Ох, тапочки. Смотри, Рога, тапочки, имба. Хочу такие на мишку. Так, сейчас к другому стражу. Сейчас надо к другому магу проходить. Мы сейчас это все чистить будем. Тысяча. Ресните Фейба, дать ему частичный ребаф. Борис, не иди. Или как тебя, Бобис? Борис Бритва. Борис. В чем секрет кота Бориса? Борис Апрель. Джигур, да, да. Все, поехали. Чисто вот по стеночке, вот левых нахуй не надо огнуть. На нахуй. Я брыгал. О, ГЦ старый дро. А нахера не ему надо? На кота. Ну вот сам. А, это кожа, ёпта. Ага, моделька лотов, прикольно, да? Ну да, вот я поэтому и живлён. Ресните, ребят. Ресните, да. Чапуро, как тебе босс? Вообще изичь, да? Охуенно, вообще интересно. Особенно в первый раз за танка, блядь. А то да, знаешь, как интересно, а когда ты этот инст уже четвертый год подряд дрочишь, знаешь, как интересно? На новостей тебе придется побегать чуть-чуть. Ну, чё, встали, погнали дальше. Давай дальше. А вы шахматы будете закрывать? Да. Ой, ебать, ещё плюс 2 часа. Сейчас вот этого агрить. Правого. Сейчас я большого заберу. Ты же мой брутальный, блядь, не могу. Что-то понимал, это бисовое кольцо, кстати, на данный момент. То, что это вот со смотрителем. Ах, блять, возвращение огня, я его ебал. Всю херню кинул, не успел. Ой, блять. По боссу обратка работает. Дегенераты, блять. А, в сферу сыграли? В сферу, верьте. Мак, а чё ты в этой мелизоне? Нравится ему там, чё ты ебался? Ой, блядь. Типа, сфера РДДшников не дамажит только миликов. Короче, стой, где РДДшники, они, в принципе, правильно всегда стоят. В искру. Брыкста там соляном. Так, кто у нас следующий? Копыта, да? Да. Может не копыт, может лучше арана?
чтобы телепорт открыть. Ну да, я... Нет, так копыта перед Араном. Короче, сейчас босса убиваем, следующего, ну то есть этого, который сейчас куда идем. Я разорвал делаю, потому что... 1:05 осталось. Опа, что-то не заметил. Пусть как Канди упадет с копыта. Ага, как я радостно буду, если я его сролю. Потому что это бистриня. На Дестра, по крайней мере. На любого кастера, причем еще надолго она будет. Ну, до выхода чего. А, ну до выхода Карагер, да. Все, поехали, Агри. Little cast. Да, заходи ты внутрь. Внутрь, прям к магу заходи. Да, прямо залетаем. Прям к магу заходи. Агри, вот этих вот мелких, которые стоят. Кстати, они взрываются, поэтому бейте по одному. Не ауешкой, по одному бейте. Они взрываются, очень большой урон наносят. Иди нахуй. Интересно, а что за охота будет давать? Что? Что за охота будет давать? Ну, это, скорее всего, то же самое, что и на X2. Он сапоги уклонили, реально. Так, к следующему моду идем. Тут аккуратно надо. Какой же ебаный, блядь, тут трэш. Это самый сложный трэш тут. Ну все, типа, дальше трэша что-то не будет. Дальше по два моба максимум там убивать будем. На одном кольце там штук 5 мобов стоит, и что типа. А так по одному, по два моба дальше стоит. А кто тапки срыл реально на танке? Нет, я рулю. Шеру. Ебать, она по 5000 бит. Не то, что да. Смотрите. А тебе тапки эти нужны, слышь? Ну да. Войт, отдай, пожалуйста. Ты ж у нас тут, у тебя пал обспек, а тут ДК-мен идет. Ну, залетай. Тебе сильно надо, они у тебя крафтовые. Поезд зареснить. Ух ты! Добудьте дневник Медивы, верните его Камсис в библиотеку Стражи Крижана. Содержит одну монету и 50 золотых. Вообще имба. Короче, по дороге можно книжки собирать. Некоторые. Тоже усилки, кстати, еще раньше давались на X3. Дневник с Арана падает. Убить надо его сначала. Да я не про это, то что книжки там уже дэмэджи дают. Некоторые книжки. Это заклинание. Да, типа,
сферу. Вот это вроде обойти можно. Не агрите его. Тут чисто по правой. Вот, вот тут еще 5 мобов надо будет. Тут, по левой стороне, ребята, вот по стеночке. Пирекс, погнал. Я не знаю почему, но я тебя пирокинезисом хочу называть. Я не помню, откуда это, правда. Ну, вот этим тут мелким вроде стан надо давать. Да, тут, короче, маленький, да, взрывается? Угу. Да, маленькие взрываются, их станить надо. Паладины, как только вот смерч маны будем добивать, как, когда у него процентов 5 останется, можно забрать трёх. Стан давайте. Не покаяние, а ходж. Иди в жопу, ёп! Надо тоже ник поменять, потому что я часы, наверное, набил уже. И ще на ше заменить, наконец-то. Кто замахался с ще бегать. Полющика. Блять. А что ты типа ошибся? Нет, ник мой, какая-то тварь с анимы сбрала. По-моему. Я мага сделал, у него там полюшка только с двумя L. Давай, после копыта тогда разрол. Так, резни, пожалуйста, шаман. А, все, стоит. Короче, сила пуга нужно сраливать все подряд. Чего нужно? А, обычно же пуги все сраливают. Надо энергию, короче, добыть. Я помню, когда ИК-25 только открылся, я сравнил череп первый и топор там в один, за один раз. На меня все так, блядь. Череп, который прига? Да, да. На меня все так подгорели, люто, пиздец. Мне там вообще биг дэмэдж был вначале. Ну, короче, повезло. Трэш, конечно, ебучий тут. Вот если бы он был потоньше, нахуй, был бы интересный. То, блядь, ну, трэш. Там трэш у него количество. Короче, где-то книги, да, есть? Ну, они на полу валяются. А на хила какая книга, что там дает? Да я не помню. Налево сейчас поворачиваем, ребят. Бесов этих убиваем и налево поворачиваем. Вот тут афлилоки в 4d4 прикалываются прям, бля. Короче, давай сразу расскажу тактику на копыта. Бьем копыта просто вот, ну... Просто бьем. Туннелем. Вот. Появляются бесы. Бесы можно через клиф там семку закинуть, еще что-то такое сделать. Вот. Через некоторое время на определенного игрока повешаются оковы. Если оковы повесились не на хила, значит продолжаем бить босса. Если на хила, то сразу разбиваем эти оковы. И все. Так босса просто туннелим. Это ресните, пожалуйста. А что, если не хила кидает, то что, бить надо? Не бить? Не, если, не бить. Кидает, если в оковы кидает хила,
Да это дам... я все слышал, а почему так? А, потому что сами по себе оковы дамажат не сильно, но вот бесы вот эти, именно трэш, он дамажит, ну, нормально. Как бы вот на тебя вот 20 вот таких элитов нападают, и дамажат они, ну, скажем так, хорошо вообще. Вот, поэтому свечиться в оковы смысла по большему, ну, типа, нет, по факту. А если хил, то из-за недостатка хила, как бы, будет вайпиться рейд. Ну, всегда так били. Плюс, как бы, чтобы побыстрее закрыть тупо. Так-то можно и свечиться, и БДшку. Там оковы у них, по-моему, полляма хп. Вот как я помню. Да тут вон какая пачка, рога, кот нахуй. Мне кажется, они сплэшем эти оковы будут разбивать. Если кандер выпадет, ты кончишь нахуй? Если он мне выпадет, да. Так, киллрега я банить буду по КД. Так зачем он? Его убиваешь, он доп короче, личный дэмэдж дает. Какой банить? Так, ребят, сейчас я починиться слетаю. Да, тоже слетаю починиться. Короче... Спула дается Гера, киллрека первого заливаем. Да зачем? Всегда в бане его держали. После его килла уличный дэмэдж идет на 10%. Да, что такое? Еще не готово. Каждые 15 секунд какие-то черти будут какого появляться. Надо их, ну, через босса уелить. Вот и все. Сманить рогу. Так чё, это в понедельник в льду 25-ку какой лучше персонаж зайдет? Друид, сова, мишка Эрдру или паладин? Прием. Хз, да, по идее сова у нас, с совами проблемы. Ну все, заебись. Только тебе совой в гильрейд надо зайти. Да, конечно, ноль проблем. Теперь не будет проблем с ООН. РЧ на присутствие. Не, у нас там еще этот космолист сумать надо. Рыбу ставь. Все тут, да? Нет. Друида нет. Сейчас прилетит, а там делает что-то. А, он себе камни делает. Он прилетит, будет. Лито, можешь пока каски раздавать, у тебя все равно не масса каски. Хватает. Чего не хватает, непонятно. Вязки не хватает. Все, в принципе. Че трое тут? А нет. Где там? Все, давайте полребав делаем. Массовый ребаф. Каски, лапа. То есть скилл, ты хочешь скилл рега сначала залить, да? Да, он увеличит дэмэдж дает. Давайте он трэш зальем еще. Да, сначала трэш. Литл каски, лапа. Инту, маг, да, инту, пожалуйста. Угу. На роге каски нету. Ну отойди в сторонку, дам тебе каску. Литл, не агрессируй. Агрессивный. Не, это что, какой агрессивный? Где пельмешки? Я сварил, как я могу агрессировать?
Не знаю. Дадите на позитиве, я сегодня. Дадите Бурксу 5 секунд на Буа. Ой, 5 секунд, чтобы он набрал гроу. Киврека первого заливаем. Он нам увеличит дэмэдж. То есть под Герой. В принципе, все, в принципе, да, давай. Так, РЧ. РЧ на пол. То есть ты хочешь под Герой Филрега захерачить? Да. Он увеличен дэмэдж, да, 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 сразу. А он ресница, не вы. Он не ресница, там будет. Он ресается. Но все равно он там. У тебя увеличен дэмэдж будет на весь бой. Ну давайте, им все, все, все готовы, пурк с пулей. Фейп напуливает 5 секунд. Только зайдите, зайдите в комнату все. Да-да-да, Саргрю. Это будет красивая победа. Давайте. Все, Гер. Так, я буду говорить, кого кстати взяли. Так, все хорошо. Ну, в боссы переключились, этих заливать будем, там, не-не-не, маг, не кастуй Близзард, бей босса. Там поезд сам справится с этой фигней, кто у нас там? Я, Рога. А, Рога, кот. Вы говорите, Дискорд, кого в окопы взяли, хорошо? Поезд, слышь, бесы больно бьют? По 690. А, нормально. Ну, типа, если их вон много накопилось, можно и пару раз костянуть. Да, можете... Так, Киварек убежал. Опять Рога в окопах. Киварека заберите. Да я забанил его. Так он увеличенный дэмэдж дает, и ты убиваешь, он увеличенный дэмэдж дает. Ну, Полюшке такой спокойный. Нету бафа на этом... На перстяне. Он нигде не показывается. Никогда его не убивали. Вот первый раз убивали, помню, вот потом никогда не убивали. Дайте АОЕ хоть что-то много могу. Давайте, АОЕшки зальем, ребята, давайте свои массовые обилки. Каждый божий раз мы его убивали. И очень быстро все. Все, давайте в босс. Топ теперь, поезд. Поезд. Все, 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 Мак, хорош Близзард кидать. Он не поезд, он вагон. Блядь. Трамвайчик максимум. Пускаем Кракена. По-моему, по нему и так увеличенный дамер проходит. Потому что Кирека сейчас заделит. Нет, потому что он в бане стоит. Опять Рога. Короче, ты этот можешь покурить. Слишком жесткий. Вот там дохерища лицо, да? Да, может. А бани этого Кирека. Давай, АОЕшки, ребят. Давайте АОЕшку залим. Все, все хорошо. Давайте дальше. Бейте вас. Киллрек опять бегает. Угу. Блять, да кто там шуршит, ебать? Маг в оковах. Слышь, это лут поменял? Поезд? Да, да. Лут поменял? Угу. Напомню. Не понял, кто его из бана вывел. Пять рогов. Четвертый раз за бой. Это нормально.
Тут чисто в босса можете же хуярить. Да, все, вы забейте на бесса, босса играем. В поиск можно ДПС подкрутить максимум. Я не могу подкрутить, чем я рогинил. Литл может, ёп. Да Литл и так там накручивает, дай бог. Хорошо, да? Пацаны, у меня случайно вылетело. Да, точнее, случайно компудактер выключился. Ну вот они уже подняли, поэтому не переживай. Да, роли? Кто вылетел? У меня вообще комп рубанулся. Давай, поезд, доходим до рана, шмотки разрыли. Угу. А ты кто? Я Эршам, Бобис. Понял. Вот. Там шмоток каких нету, поэтому я не переживаю. Тут, бля, чисто на N. Если бы там Кандей упал, бля. Не, ну хотя, кстати, этот пояс мне подойдет с РПБ. Хоть он и этот. В принципе, он никому не нужен. Тут мобы ебаные. А чё, у нас один хил получается же. Пошел я душу сосать. Ну вот там. Заливайте сами. На ваших копов не упасешься. Вы меня суманете? Да. У меня. Спасибо. Пожалуйста. Вот, кстати, мы и портал открыли. Кстати, нормально они сделали то, что вот этот портал. Ну, порталов побольше добавили. Чтобы не шараебиться. А, и к этому, к смотрителю добавили портал. По-моему, только не заходите сюда, блядь, спулите еще. Не заходите, да. Давайте шмот разраливаем. Шкаф там смотрим Эршаму. Давайте. Момент истины, нахуй. Ну, засуманьте его, у меня просто нет его в этом. Он тоже не в моей пачке. Так, рейд. Ролл? Да, роля. Чё, никто? Вердиш. К звезде, подходи. К звезде обмен. Да ну, армор, нонсетом, такое себе. А, ты лучше сейчас нигде не найдешь. Ну, в принципе, есть лучше, оно в испытании крестоносца падает, но Т4 только меняется. Так, сейчас. Полишка, давай. Чё ты там, ботинки, что ли? Во, нах, биг дэмэдж. На, нах, маг тебе отомстил. Ну, получается так. А за что только непонятно, ладно. А, то есть он друида отомстил. Ебать, в 3 сакета. Говорит, перекап меткости у пацана. Ну хули, 9500 меткости будет, ебать. Так. Так, момент истины для 3 челов. На, нах. Охуенная тема. Но. Прям я ебу такой. Из кольца в карман, батя, нахуй. ГЦ. Давай, Т4, давай самую вкусную разроль. Так, не-не-не, сейчас. Это что, это СПД-ш нахер, да? Да. А пояс. 23. На, нахуй. Понимаешь, он, блядь, пиздел, что ли, перекап меткости нахуй. Сейчас косарь меткости у мага просто нахуй. Все заклинания попадают. Даже на этом, на первом боссе, нахуй. Минус 50 меткости, но один хуй будет попадать. Через стенки, я думаю, тоже будет попадать. В принципе, саманте надо. Да, он не был на этом. Ни на кому даже. Он на этом боссе не был. Да ему даже и на инх не нужен, РПБ. Ну, я себе посмотрю, в принципе,
там РПГ есть. Короче, себя оставляю. Так, вот это прям вообще огонь. Поехали. Никому не надо, на. Блять, все. Извините за эмоции, но это пиздец. Надеюсь, это на протовара был кусок, ебать. Боже мой. Все, нахуй. Биг дэмэдж скоро будет. Кто там, Романов тут? Короче, давайте тактику на босса. Да, тут. Че, сролил? Я и перчатку, и кольцо бисовое сролил. Че там тактика? Для тебя она не бисовая так-то, чувак. Притянуло, отбежали. А, но бисовая для Фейба, а не для тебя. Она для меня бисовая. Не, она для тебя не бисовая. Что-то вы давайте быстрее. Там с Молчезара на тебя бис падает. Что там вытирать? Тихо. Короче, все, поехали сейчас. Ой. Тихо. Ты, короче, держишь вот здесь эти бурокс. Просто по центру. Вообще похуй. Так. Польшка, напомни. Короче. Что? Тактика, давай, притянула, давай, отбежали, давай, венец давай, вам давай, рел, скажет, не двигайтесь, да, и не прыгайте. Короче, и элемы появятся, убить элемы. Ребят, будет кастовать, кикайте косты, ну, желательно. Когда будет самое главное, венец пламени, все просто... У вас под ногами появляется огненная такая лужа. Если она под вас, у вас под ногами появилась, вы не двигаетесь. Желательно вообще, чтобы дрейд не двигался. Кто двинется, следующий ролл без, ну как, минус 100 к роллу получается. До Молчезара минус 100 к роллу. Да, потом что, Близзард здесь никогда не работал, он не дамажит вообще нифига. Появляются элементали, на элементали и ДК сдает войско мертвых, заливаем элементали, все. Вся тактика. Да, Эрчи на пул. Старый друг. Зайдите все вот сюда вот в комнату, а то дверь закрывается. Друид. Все, все готовы, можешь пулять. Поехали. Полетели. Все, иди, агри. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Геру. Я что, въебал бью, блядь? Побежали. Всем. Все, дальше бьем. Так, дальше, через секунду отбилка. Никто не двигается. Венец, все стоим на месте. Не прыгайте даже, вообще ничего. Все, расслабили булки. Все, можете это. Блин, что за демеджа? Ой, ничего не делаем, она не дамажит. А если ну-ка проверьте, дамажит, не? Не дамажит. Сука, только прожался. Гази мою.
Просто тебе не рано открывается телепорт сюда, да? Да, он уже открыт. Так, войско мертвых, ДК, войско мертвых. Все пошли по элементалям играть. Массакру дайте, массакру дайте. Все заливаем элементалии. Убежали, убегаем, убегаем. Диспелить, диспелить рейд. Все по элементалям. А мы босса не добьем? Нет, элементалии свичнулись. Хотя можно, в принципе, и босса, если там. Босса. Бот-то давайте башню. Элементали по 2 ляма. Это наркоман. Ну это же полюшки. Ну это ГП. Не знаю, мы всегда тут фиры раздавали по очереди. Да их не убивают, короче, они сами чезают. Не знаю, я все время этих элементалей ебашу, не знаю. По очереди фиры давайте. Я в принципе уже свои отдал. Не, я баню. Я одного баню. Может, из одного он держит. Опа, нихуя себе, спасибо за сбитие каста. Ты, бля, лучный. И пошел ДПС крутить. Давай, давай, сейчас накрутишь. Побежали. Диспел рейда. Диспельте с полюшки. Сейчас взорвусь нам. Бам. А че, портал не работает? Танк вроде умер. Рот ебал портал выставить. Портал для слабых. Ресните танка быстрее. Танк живой, ло. А кто сказал? Да, не обкурились, блядь. А чё ты, Боб, танк? Ну, я был близок, у меня 5 кхп было. Падает что-то интересное. Да, на РДД хорошие штучки падают. Беги, малыш, побежали, побежали. Ты линковать успевает. Блять, мат, 4700 ДПС, нахуй, почему? Ой, диспельте овцу с полюшки, пожалуйста. Ага, понял, на всех кинул. На-на. Так, на всякий случай не двигаемся, не двигаемся, ребята. Нет, не двигаемся. Если убьем босса, до конца не двигайтесь, оно будет работать. Блять, самый ответственный момент. Нормальный ДПС, мага, что-то все стал. 4600, блять, самый слабый. У босса резист к огню. Не двигайтесь. Так он аркан. Блять! А, тогда не знаю. Хорош, мой проеда. Видишь, маг, минус кролу, минус сотка. Погнали. Да ладно, вы босса уже убили. Что, просто так говорили, что ли, пиздец? Тут у нас ТП есть. А мастерис есть? Меня ресните, потому что есть ТП, что совсем лут может забагаться. Мастериса нет. Ну нахер так надо было делать, вот реально, мат. Ну, ты нормальный, не? Сейчас просто время теряем. Не гноби своих пацанов. Каких своих пацанов? Это пук. А, о, сука. Минус кролл, да. Да чё вы, босса убили? Показана смерть. Смерть, информация. Линка на дух упала. На 86 тысяч от вердиша. Да. Боб, я ж не пизжу, правильно? Пиздит. Это чё, хуёв? Не, ну говорит он верно. Там взрыв, полюшка, минус, типа 8. Ресните, опа, бой, да. У меня, блядь, вот забагается. Ну отдай этого. Так что, Арвисон чужой, что ли? Это мне тогда отдашь? Да, полюшки отдай, пусть лут заберет. Да. Я, у меня уже рейсли нормально все. Я же крыса. После... Ух, ебать. Вот. У тебя, ты можешь мне чарку отдать? Дай мне распределитель. Какую чарку? Я бы такому РЛ вообще не доверял, ребят. Дай мне распределитель. У нас РЛ поезд. Ну, я же говорю. Че, я нормально все разролил. Мак, здесь топовая чарка для танков Мангуст, которая тоже на 70-й левел. А где оно, блин?
Алло. Мусор не свой, что-то. Тут, кстати, вот книга можете взять. А, багнулась, понял, ты не можешь взять. Пошел. Тебе надо, слышь, стой, дурак. Возьми распределителя и поставь лут направление, типа, распределяющий. Нет, гибели нету, квест не сделать. А он тебя не назначил распределяющим. Ой, ты дурак? Погоди. Сейчас. Квест работает. Идем сдавать квест. Погибели нету. Да какая хер разница, репа зато есть. Репа есть. Поезд, дай ему распределяющего. А погоди ты. Я переставлял. Что, три босса, по-моему, осталось, да? Ну, в жопу. Пофигу. Поезд, ты что, рофлишь? Распределяющего, да, человек. Он не может забрать рецепт, если он не выдаст его себе через распределение. Ты посмотри, видео принскрин. Есть. Да, не берется, забагалось. Хрен, ладно, это не мангуст. За мангуст-то я бы здесь до конца рейда сидел, нахуй. Ой, нам выпал мангуст, кстати, держу в курсе. Да, нам не выпал, зараза. Слышь, перекинь мне, плиз, я тут этот... Я не помню, кому его отдал, там можете спрашивать в гильдии. Тут ты сам забираешь. Да, слышь, Польшка, кинь тут гнев титанов. Да, забери ты, распределите лут и кинь сам себе. Я около квеста. Все, я сам забыл. Все, нахуй. Че, куда сейчас? На гнев. На дракона. На гнев, и потом на Молчазара Добаса составил. Угу. Шахматы не работают, что ли? Шахматы работают. А, и шахматы, да, еще шахматы надо. Мы шахматы сделали. Да. Еще по-хорошему надо... Так, а что это так? Блять, ресите. Поднимите на террасу мастера крыжа, прочитайте. Литл, подними меня. Я упал. Да, Рейн. Шахмат пояс очень нету. Литл, назад. Блять. Ресни, здесь портал есть. Гений ты. Ех. Кто, где? Портал называется, сейчас скажу, телепорт в библиотеку стража. Ой, нахуй я бегу, если мы начнем телепортнуться. Илюха, тебе именно сейчас надо, да, квест выполнять? Ну да, вообще. Собрались сразу квест выполнять. И что, потом в 52 полетишь? Потом в 52 полетишь? Нет, но то, что делается в Каражане, сделаем в Каражане. Если куда-то лететь надо, ну его в жопу. Там же Денегадский портал туда есть. Не, ну понятное дело, но все равно погибель недоступна. Полюшка, засумаешь меня, я починюсь, у меня... Да, конечно. Все разъебано. Полюшка, засумаешь, Полюшка, мне огурцы поставишь, а... А у тебя свечи есть? Вы штаны Полюшки оставили, блядь, твари? Не. Надо анролл в следующий раз писать. Так чё? Ты, блядь, видел, с каким я ролом выиграл-то? Да, просто, где, я рофлю с мага просто немного. Хлопцы, идите в допу! Рофли! Это гудлик, забейте. Серьезно. Забани его тут, на. Окей. Так. Все. Красавец. А, ты ему даже звук отключил. Нормально.